Новый музыкальный ансамбль появился в столице. Преподаватели университета искусств основали «Казак-квинтет». Идея создания этого квинтета у нас возникла уже как полгода. Мы готовились к концертам, хотели дать перед нашей публикой концерт. Но в связи с сложившимися ситуациями у нас в стране, все ушли на карантин, и мы были вынуждены все концерты наши перенести. Но сейчас появилась возможность нам выступить в онлайн-формате. Для презентации ансамбля музыканты выбрали популярные произведения в переложении для квинтета. Среди них творения Жоржа Бизе и Петра Ильича Чайковского. В основной состав квинтета вошли педагоги кафедры духовых и ударных инструментов, лауреаты республиканских и международных конкурсов. Конечно, раньше в городе существовали и другие ансамбли духовых инструментов. Но сейчас в столице, к сожалению, подобных квинтетов больше нет. Поэтому мы решили разнообразить творческую жизнь города, усовершенствовать навыки и создать свой коллектив. С новым ансамблем у музыкантов связаны большие планы и надежды. Они желают участвовать в конкурсах, давать концерты и гастролировать по Казахстану. Онлайн-концерт солистки Северо-Казахстанской филармонии Любови Зориной прошел в Петропавловске. Как и у большинства музыкантов, это не первое ее выступление в формате лайв. Вместе с девушкой выступил и ее коллега по цеху вокалист Мурат Бекжанов. Артистка призналась, что не так просто работать в режиме карантина. Первое время, конечно, был какой-то определенный ступор, потому что когда мы сели, мы же не привыкли сидеть на месте. И это все было дома, в заточении, но потом неделя, две. Слава Богу, что так получилось, что у нас есть возможность давать онлайн-концерты. И мы двигаемся, не стоим на месте, изучаем репертуар новый. Все, конечно, это в домашних условиях, но работаем. Душевные, лиричные, дерзкие, страстные произведения прозвучали со сцены филармонии. Артисты исполнили популярные песни как отечественных, так и зарубежных эстрадных композиторов. Серию картин к 750-летию Золотой Орды написал известный казахстанский художник Ерлан Айтуаров. Заслуженного деятеля Казахстана вдохновили образы известных исторических личностей. Среди них Чингисхан и его потомки, ханы Джучи, Бату и Орда Эджен. На полотнах мастера можно увидеть и знаменитых казахских правителей – Абулхаира, Касыма, Абылая и Кенесары. Нам надо все осветить мне ее все. Не только вот композиционно, в рисунке, чаяниях, движениях. Надо сделать так, чтобы люди увидели историю создания. А почему эта история создания именно жизницы на Золотой Орде? Мы часть этой Золотой Орды, которая, когда она развалилась на части, вот эта Белая Орда, от нее отпочковался, может быть, Казахстан. Тогда еще не только не печенеми хакереи, они продолжили путь. Нужно сделать добиться так, чтобы в культуре, в искусстве Казахстан был узнаваемый. А узнаваемый – это надо по истории, а потом по современным деяниям отобразить. В этом году заслуженный деятель Казахстана отметил свое 70-летие. Ерлан Айтуаров учился в Алматы и Львове. Много лет прожил в Караганде, написал там свои ранние картины «Карагандинские девушки», «Юность». Позже его заинтересовала история Казахстана. Он увидел огромный пласт древнейшей культуры. Начиная с тюркского мировоззрения, он одну за другой раскрывает в творчестве важнейшие эпохи. Уже скоро, по словам художника, в его работах будет не только прошлое Казахстана, но и настоящее, и даже будущее.